Кем бы ты стал, если бы мог стать кем угодно? Врачом. Врачом? Да. Почему? Хирургом. В детстве была такая мечта, но как-то не сложилось. Скорее всего, врачом. Эта работа очень ответственная, уважаемая, и она приносит огромную пользу миру. Не только тебе в плане денег, материально, да, она приносит пользу другим людям. Так что окончательный ответ – это сразу врачом. Кем бы вы стали, если бы могли стать кем угодно? Кем угодно? Ага. В смысле, по специальности, что ли? Ну, да, по профессии, скорее всего, больше. Наверное, бы врачом. Угу. Самая благородная работа, наверное. Да. Но я вообще-то хотел стоматологом стать, но отец мне что-то не разрешил. Я хорошим строителем, который строил бы свой, для своего же народа такой же Грозный, как наш президент. А кем ты сейчас работаешь? Я работаю также строителем, ну, прорабом, начальником участка. Ну, изначально был прорабом, потом уже начальником участка. Кем бы ты стал, если бы мог стать кем угодно? Министром МВД, наверное. А сейчас ты кто? Не министр МВД. Ой. Солнце отравлено. Ой, цей нас от солнца отравлено. И молш. Хла, конечно, молш. Но я уже или фантастический, он что будет делиться. Но там от солнца отравлено. Конкретно, он все кроров свое дается. Ох, он хар лило перкасяца, и что дается. Филдаса, да, сейчас? Транса, хар лило перелом дается. Хинсу повару сушисту, но более за компьютер, и он же интересовался дешу, но в этой сфере дышу шусу программист. Ну, наверное, все эти за это бывает шутцо. Бегаму сутцо, все эти сферы за это после. Кем бы ты стал, если мог стать кем угодно? Да. Инвестор. Инвестор, ну это... Это не профессия. Профессия, я чем вижу. Президент там по-любому бывает. Толцали Арбоя? Президент Толцали Арбоя. Толца депутат, ты тебя его лент. Ты геном цивили, о? Кем бы ты стал, если бы мог стать кем угодно? Кем бы я стал, если мог стать кем-то? Кем угодно. Представь, раз, можешь стать кем захочешь. Свободным человеком. Свободным человеком? Да. Независим от кого-либо. Хорошая профессия? Да. Прокурором. А кем сейчас работаешь? Прокурором, да? В Росгвардии. Смотри, если бы ты мог стать кем угодно, как думаешь, кем бы ты стал? Я бы хотел стать футболистом. Футболистом, да? Очень люблю футбол, поэтому. Угу. И в детстве играл в футбол. А кем сейчас являешься? Сейчас безработником. Угу. Наслаждаюсь жизнью. Так, если мог стать кем угодно, кем бы ты стал? Вот представь, раз Хафизом. Это... Хафизом? Да. Угу. Лох, Хафиза это как профессия выходит? Динамо. Ну, Изам Хаза, милый, а сам. А если профессию выбрать? Профессию? Из профессии, вот. Да. Инвестор. Инвестор это тоже не профессия, братан. Профессия. Инвестор, профессия. Главное. Инвестор это человек, у которого есть очень много денег, потом он вкладывает. Ну, аспирай, ах, что молодец. Ах, что молодец. Ладно. Прокурором. Почему именно прокурором? Потому что я люблю эту работу. Потому что у меня дядя работал. Индия, Москва, а вот